Ребятулики, ребятулики, всем привет, я всех приветствую на своем канале. Решил провести эксперимент. Значит, я не занимаюсь реставрацией, восстановлением, удалением ржавчины. Это просто мой личный эксперимент, судя из роликов из интернета. Значит, вот это все находочки лесные, немецкий ключ, магазин, затвор ППШ и подкова немецкая. Значит, что я сделал? Я ВД-шкой все это залил и в пакеты поместил, чтобы оно там, скажем так, чалилось. Вот, прошло сутки, потом я еще раз повторил это все деяние. Ну, скажем так, вот результаты. Ну, честно говоря, я не понимаю, что произошло. То есть пошли какие-то сглаживания металла. Видите? Вот эти все наросты, они не ушли никуда. То есть какие-то ушли, какие-то не ушли. Непонятная ситуация, честно говоря, я не понимаю. Так должно быть или нет. Вот видите, наросты эти на металле. Когда они уходят, там остаются рытвины. Вот особенно на магазине это видно. Ну, затвор ППШ, он более такой жесткий, литой. Вот на подкове, ну, подкову я вчера заливал, поэтому тут результат, скорее всего, не виден. А вот ключ у меня двое суток чалился в пакетике. Ну, короче, ребятки, вот такой результат. Не знаю, попробую с электролизом еще побаловаться. Насколько это все. То есть механической чистки у меня нет возможности в квартире это все делать. В общем, не знаю. Просто вот решил это сделать, показать. Кому-то это может понадобиться, что в принципе у меня ВД-шка, она просто валялась. Потратил я пол флакона вот на вот это вот деяние все. Ну все, мои хорошие, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами, как всегда, Мега Дэнди, перекупщик.